Так, у нас с вами сейчас будет открытие много коробочек в Майнкрафте. Заходим сюда. Так, сейчас сядем. Знаете, все по традиции. Заходим в Century Mine. Заходим с вами в Century Mine. Хороший проект серверов. Заходите по ссылочке, которую я вам дал. Заходите туда. И вам дадут коробочки, которые вы сможете открыть бесплатные, ребята. Я захожу на Century Mine, жду, все прогрузится. И будем открывать коробочки. Ведь у нас сегодня с вами новогодняя обстановочка. Новый год все еще длится. Люди все еще бухают. А, все у нас с вами хорошо. И клавиатура это X7. Коврик Warcraft. Мышка X7, древняя, старая. Это Владимир Путин. Это Дед Мороз. Это коробочка, которую мы будем открывать. Ждем всех, друзья. Смотрим, друзья. Кто у нас сонный? Кто у нас сонный? Ты у нас сонный? Друг, 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 друг. Будешь играть в Майнкрафт? Я знаю, ты будешь играть в Майнкрафт. Ты же будешь играть в Майнкрафт? Ты каждый день должен играть в Майнкрафт. Будешь играть в Майнкрафт? Тогда садись и будем играть в Майнкрафт. Садись, что ты разлегся? Садись, будем играть в Майнкрафт. Играю я на Ultimate Tech сервере, на втором сервере. Заходите, ссылка в описании ролика. На сервере я обладаю привилегией ютубер. И у нас, у ютуберов, есть свой город. Он называется, как бы то ни странно звучало, город ютуберов, где каждый использует свои возможности, каждый имеет свой дом, каждый имеет свою территорию, каждый имеет своих подписчиков. Ребята, вы заходите сюда, именно на город ютуберов. Варп ютубер. Я все напишу в описании, вы зайдете и сможете играть со своими любимыми кумирами. Ну а вот такой дом достался мне. Хороший, обширный дом. Сегодня я буду открывать коробочки, много коробок, ребята, много фарта будет у нас сегодня с вами, будем вместе с вами это все наблюдать, и в конце я устрою раздачу этих вещей вам, людям, которые зайдут на этот сервер. Итак, друзья, у нас есть тут сундук, у меня лично в этом домике, в городе ютуберов. Заходим сюда, и мы видим кучу коробок. Кстати, это последние коробки, которые были добавлены недавно на сервер, называются коробочки Гиббосс. Здесь смотрите, что может нам выпасть: снежинка, теневой камень, голова скелет. Но также вы можете нажать на стоп и все это прочитать, посмотрите, а главное Magic Knife, урон 200+. Очень мощный ножик, который, как вы понимаете, может сразу вывести из строя. И сейчас мы с вами все возьмем эти коробочки и будем их открывать. Я думаю, нам с вами повезет, потому что ведь от того везения, которое получу я, получат люди, которые зайдут и возьмут эти вещи. Поэтому, ребята, ставьте лайки за то, чтобы вам повезло. Ставьте лайки за то, что я устраиваю раздачу бесплатно для вас. Я могу их забрать себе и играть, а я делаю это для вас. Поэтому я жду от вас всего лишь лайков и больше ничего. Итак, начнем открывать первую коробочку. Коробочка Гиббосс. У меня есть тут другие 4 коробочки, я их оставил на потом. Я считаю, что они тоже интересны, потому что здесь может выпить алмазный шлем, нагрудник, поножи, также квантовая броня полностью. Алмазный бур. Это очень полезные вещи. Кто давно не играл на сервере и на всех серверах, там идут Steelcraft и прочих серверов, имеющих такие моды, они просто не знают, что это за вещи, они их посмотрят и увидят. Ну что ж, давайте начнем. Открываем первую коробочку. Смотрим, что нам выпадет. Мы гадаем, 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 гадаем. Вот так у нас как бы идет такая рулеточка, и нам выпадает теневой камень. Теневой камень. Обычный теневой камень. Вот он. Кстати, не надо его брать, он у вас сразу будет в этом. Сейчас весь сервер, абсолютно весь будет видеть, что я получаю. Абсолютно весь. Мне будут писать телепортацию, ко мне будут захотеть телепортнуться. Вот, я опять получил халитвое ламторезка. Конечно, трудно узнать, что это все значит. И я буду складировать все в общий сундук. Открываем с вами следующий сундучок, смотрим, смотрим. Я хочу, чтобы что-то выпало полезное. Я жду, я надеюсь. Меч, давай, меч! А, снежинка. Нет, не повезло. Открываем коробочку, еще одну гиббосс. Сегодня нам что-то не везет. Я думаю, ваши лайки разбавят наше невезение. И все-таки, может быть, улучшенный электроджетпак. А вот это уже, ребят, поинтересней. Это джетпак, который нам пригодится, потому что мы сможем летать. Это многое значит, друзья. Серьезно, это много значит. Открываем новую коробочку. Хопа! Ждем, 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 ждем. Давай, 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 давай. Опа! Опа! Ботиночки зачарованы. Уменьшение урона 13%. Бесконечное применение. Бесконечное применение. Вы смотрите, защита 5, огнеупорность 10. Это охрененные вещи. Давайте одену их на себя.
Посмотрите, они даже светятся. Они просто светятся. Это охрененно. Охрененные вещи, охрененные коробочки. Откроем следующий гибос. Главное хотеть. Главное хотеть, и все получится. Ждем, 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 ждем. И получаем гибридную солнечную панель. Неплохая, неплохая. Это как несколько обычных солнечных панелей. Вы можете их использовать для получения энергии, чтобы направить их в эхо, направить их в различные там источники сбыта энергии. Это полезная вещь, полезная. Ребята, я специально ставлю алмазный сундучок, чтобы складировать здесь именно все то, что я выиграл. И чтобы потом это взять и отправить вам, дорогие друзья. Ставим за это лайки, всех жду. Мы с вами открываем следующую коробочку, я надеюсь, что что-нибудь там попадется интересненькое, интересного, как мы видим, репликатор, ух ты, энергия на попалась, это хорошая вещь. Давайте откроем коробочку чародея, я считаю, что она ничем не хуже, и здесь даже вещи даже поинтереснее, на мой взгляд. Ждем, 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 это у нас что? Квантовый шлем, у нас попался квантовый шлем, и весь сервер видит, что у меня он теперь на голове, круто. Открываем еще одну коробочку чародея, ставьте лайки за удачу, давайте квантовую кирасу, ну, что это такое, алмазные ботинки, они какие ботиночки, вы посмотрите на них, это же, это не просто ботиночки, пока я их сюда сложу, еще одну коробочку ради, открываем, доходим, смотрим, что у нас сейчас выйдет, и мы ждем, 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 и получаем, что получаем, опять ботинки, не повезло, да, еще раз ботинки получил те же самые, ну а что делать, вот, надеюсь опять, что что-то выпадет, давайте хотя бы ботинки квантовые, квантовые ботиночки. Алмазный бур, ничем не хуже, выпал алмазный бур, бесплатный алмазный бур. И вы не забывайте, что все это достанется тому человеку, который зайдет и получит эту всю одежду. К сожалению, у нас закончились эти коробочки, и мы теперь можем открывать коробочки только гибосы. Открываем их вновь, это хорошая коробочка, если нам выпадет меч на 200 урона, будет очень здорово. Снежинка, фуфло, ждем дальше, открываем, 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 ждем, 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 ждем. Ждем, открываем, ждем. Улучшенный электрожетпак. Он уже был, не спорю, он уже был. Ну что же теперь делать? Ну давайте опять откроем коробку. Он уже был, но хочется, конечно, что-то поинтереснее. Например, вот опять снежинки. Они совершенно... Что-то у нас сегодня неудачный день. Неудачный. Ну что же делать? Опять теневой камень. Неинтересная коробочка, конечно. Не особо она интересная. Из-за того, что здесь написано, статуя демона душ. Ну такая, ну статуя как бы. Ну и чего... Она ничем не привлекает нас. Обычно хочется что-то поинтереснее. Хочется, да. Но мы опять сейчас получим эту статую демона душ, к сожалению. Мы уже много чего здесь открыли. Давайте опять откроем. Хочется меч. Меч хочется. А его нету. Меч! Меч! Урон 30+, урон в ближнем бою, бесконечное применение, небесное... Да, это уже получше, дорогие друзья, это уже получше. С этим мечом не стыдно и в битву пойти, так сказать. Вступить в бой с врагом, который хочет отнять у вас ресурсы. Я считаю, это хороший меч. Хороший. Что у нас сейчас выпадет? Опа! Халитовая ламторезка, херня. Опа! Репликатор, херня. Опа! Халитовый шлем, зачарованный, Вася. Вот это уже хороший шлем, вот это да, вот это... Квантовый, конечно, ничем не хуже, но мы практически собрали с вами фулл броню, так скажем, именно халитового производства, да? Назовем ее так. Опа! Халитовая кираса! Вася, это вообще круто! Уменьшение урона. Вы знаете, что это круче, чем даже квант? Это круче. Не надо за... Это бесконечное применение. Оно никогда не потратится. Его можно одевать вечно, понимаете? Мы скоро... Если у нас с вами выпадут поножи... Это будет вообще очень здорово. Я надеюсь на поножи. Давайте лайкаем, чтобы были поножи. Лайкаем, друзья. Так, говно, теневой камень, не то. Опять халитовый шлем, не то. Гибридная солнечная панель. Неплохо, кому-то достанется очень хороший комплект солнечных панелей. Но нам нужно еще предметы. А, опять халитовый шлем. Да что такое, говно? Ну же, ну же. О, голова скелета, защита 10. Неплохо, неплохо, неплохо. Вещь, вещь, глазки защиты 10. Но лучше на самом деле шлем. Безусловно, шлем лучше. Ладно, опять шлем. Опять скелет. А-а-а, репликатор не тот, дорогие друзья. Ну давайте, ну, хочу поножи. Поножи хочу, ну. От нитюка, зараза, я хочу поножи. Хочу очень сильно поножи, серьезно. А-а-а, меч, блин. Ну, как неплохой меч, конечно. Что у него? И бесконечное применение, отлично. Это вообще отлично. Я надеюсь, я жду и верю, что мне что-то попадется полезное. Но, к сожалению, попадается одно дерьмо. О, мне попался! Уки, Дед Мороз упал у меня сзади. Там Magic Knife урон 200+.
Вот это мощь! Еще комментарий смотрим. Хорош, красава просто. Ого, смотрим комментарии людей. Вот это крутой Magic Knife. И кто же его получит? Тот, кто зайдет на сервер в конце. Кто досмотрит до конца, ебайся, получит его. Какой-ка... Вот это наживо. Вот это так. Ждем дальше, ждем. Мотаем дальше. Вася! А, это не тот меч, извиняюсь. Напоследок, друзья, я решил приобрести другие коробочки, чтобы как-то разнообразить наше с вами видео. Коробка чародей и коробка удачи. Давайте посмотрим, здесь совершенно другие ресурсы, здесь может быть другая удача. Я извиняюсь за тавтологию, и мы получаем зато яблоко улучшенное. Нет, не то, мы хотим еще, мы хотим другого, мы хотим круче, мы хотим что-то необычное. Мы получаем водяной слиток. Неплохая вещь, на самом деле, может использоваться при крафте многих вещей. И мы ждем, ждем, хочу, вот, о, Пивый мультиинструмент, Вася, бесконечность применения. Вот это хорошо, что здесь бесконечность применения. Вот это для вас самый раз будет, бесконечное применение. Главное, мы еще ждем, 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 ждем. Опа, ну зато яблоко. Но это обычные коробочки, и у нас с вами в конце есть классных 5 коробочек, на которые я надеюсь. Опа, 25 уровней! 25 уровней не дали, вы видали? Я теперь стал 25 уровень, вы вообще... Вот это здорово! Вот это коробочки стоят того, мне не надо теперь заработать. А вот коробочки чародей, попробуем выбить с вами какую-нибудь броню для вас, кого-нибудь, чтобы вы поделились ее с другом. Получаем. Так, алмазные ботинки получили. Теперь нам нужна алмазная кераса, алмазный нагрудник. Получаем, получаем. Квантовые ботинки, неплохо, дадите ее другу. Открываем, ждем, ждем, ждем. Что мы получим с вами? Что получим? О, алмазный нагрудник, неплохо. Что мы с вами еще сейчас получим? Давайте, шлем, шлем алмазный, шлем, шлем. Вася, опять на алмазный. И последний, что мы с вами получаем, 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 получаем. Шлем! Да, он... Кстати, ребята, все, коробочки на сегодня с вами закончились. Спасибо за внимание. И теперь осталось раздать эти вещи вам, людям, которым... Зайдут на этот сервер и возьмут. Мне не жалко, серьезно. Вот все, вот я показываю все, что вот здесь есть. Все, что здесь есть. Это я сейчас как бы унесу в другое место и отдам. Вот. Вы можете поделиться с этим с другом, пожалуйста. Главное, смотрите видеоролики, следите за обновлениями. И вот это все достанется человеку одному, кто раньше придет и получит. И сейчас я вам скажу, дорогие друзья, координаты, где это можно все получить. Вы сами все лично видите, вот эти все вещи, вот этот сундук, здесь ничего не запривачено, и вы видите координаты на своих экранах слева, сверху, в углу. X, Y, Z. Заходите, я тут... Ссылка на все указана в описании ролика. Заходите, или не заходите, сами смотрите. Всем пока, спасибо за внимание.